Здравствуйте, меня зовут Настя Савченко, мне 14 лет, и я из города Москвы. Я очень сильно люблю рисовать, и в особенности я люблю живопись. Это моя картина «Девочка с яблоками». Она напрямую вытекает из картины Серова «Девочка с персиками». На ней изображен портрет 11-летней Веры Мамонтовой и то, как она могла бы выглядеть сейчас. Я участвую в этом конкурсе для того, чтобы продвигаться дальше и понять свои возможности. Хочу сказать огромнейшее спасибо организаторам конкурса за то, что даете возможность продвигаться молодому поколению в искусство. Спасибо огромнейшее. Пока!